Повреждений нет. Наполнение пульса. 85. Алкоголь в крови. Не обнаружен. Не может быть. Может. Это плохо. Его состояние. Остановка дыхания. Пульс. Слабый. Синюшность. Кто? Что, кто? Синюшность. Тебе надо провериться. После смены зайдешь ко мне. Он болел? Неизвестно. Головой бился? Неизвестно. А по что? Неизвестно. Осторожный поворот. Осторожно. Внимание, на счет три. Приготовились. Раз, два, взяли. Кажется, он приходит в себя. Вы меня слышите? Это что, его родственники? Нет. Нет. У него коллеги. Коллеги. Доктор, это коллеги. Просто сделайте им анализ на содержание. Мочи в сахаре, поняла. Доктор, вы спасете ее? Кого ее? Это же парень. Бутылка, доктор. Он проглотил бутылку. Как бутылку? Понял. Неопытность. Пульс почти не прослушивается, дыхание тоже. Мы можем его потерять. Разряд. Есть разряд. Доктор, умоляю, спасите ее. Скажите, пожалуйста, куда я попала? Мамаша, вы к кому? А вы кто тут такой будете? Это больница. Нормально. Мамаша, я вас умоляю, идите куда шли. Мамаша, снимок. Картина. Полная нам. Вот бутылка. Контур очерчен хорошо. Полная. Нашла желудок и уперлась. Вот полная. Водка сливочная. Не знаю такой. Студенческая, доктор, а стоит как академическая, мы на нее все деньги последние угрохали. Запечатанная, смотри, пробка на месте. А как же он ее проглотил-то? Спешил сильно, неопытный. А этот гад говорит, пусть пьет первый, а то вы заразные. Че ты, че? Гуманоид. Бутылка запечатана? Да. Следовательно, ждать, пока рассосется, нельзя. Никак нельзя, доктор, ни за что! Сделайте вообще анализ крови, так, компьютерную томограмму головы, да, и поставьте на промывание желудка. Да. Чем? Из пожарного шланга, Анатолий Михайлович. Томограмма головы зачем? Ну тогда дайте 300 граммов магнезии и положите в отделение. Какое? Какое, если чтете нужно. Хорошо. Доктор, а что за магнезия? Слабительный. Тогда дайте ему 1.5 кило. Угу. Да. Анатолий Михайлович. Да. Извините. По моим наблюдениям, не все в нашем отделении включились в темп, предложенный руководством. Эдуард Валентинович, ребята стараются, но это же не Америка. Кстати, вы один из первых кандидатов на отчисление. Я? Да. Во-первых, вы до сих пор не бросили курить, а вот в Америке... Да я бросил. Это у меня с прошлого года пока. Кстати, об Америке. Нам нужен... Есть. Негр? Кто? В Америке в каждой уважающей себя клинике есть негр, а то и парочка. Больной, что ли? Анатолий Михайлович, вы когда в последний раз были в Америке? Я, собственно, и не был. Вы глубоко уважаемый доктор. Вы же мне сказали, что здесь нормальная клиника. Она... Что это за женщина? Вы знаете, я здесь мимо проходила, а ваш как выскочит, притащили меня сюда. Вторая бригада. Пожалуйста, вы знаете, мне бы отсюда выбраться. У меня ведь электричка уехала. Ну-ка. Потеря ориентации. Да. Сделать ей общий анализ всего, либо компьютерную томограмму головы. Хорошо. Он болен. Полный анализ. У вас анамнез, а у меня электричка. Мамаша. Доктор, милый доктор. Милый доктор. Люда, Людочка, да не беги ты как газель, ну. Не могу остановиться, только. Давай выпьем кофе. А лучше еще побежим. Люда, у тебя есть знакомый негр? Нету. Только тебе что, жена звонила? А поискать? А? Кого? Люда, меня уволят с работы. Негр? Да нет, негр это мой шанс. Черный такой? Да хоть какой, ну, Люда. Толик, покажи язык, а. Я нормальный, Люда, мне нужен негр. Черный, да? Ты уже спрашивал. Ну, черный, конечно, лучше. Слушай, тебе что, мало кофе? Людочка, они говорят, что у нас была своя американская клиника, нам нужен свой негр, понимаешь? Сторожем, да? Люда, я тебя умоляю, постарайся, а?
Постарайся, меня уволят. Толик! Что? Ты разведешься или нет? Людочка! Сашик, ты какого-нибудь негра знаешь? Знаю, полно. Что ты говоришь? Мандел знаю, Арафат, хижина дяди Тома. Да нет. Че, ближе кого-нибудь? Близко? Да. Анкл Бенс. Да. Мамаша, это мужской. А мне уже все равно. Да, попробуем помочь. Полный анамнез. Тебе хорошо, Саша. Ты молодой. Тебя уволили, ты раз в бизнес. Ничего, привыкните. Ты думаешь? Через месяц зарплату регулярные доллары. Это хорошо. Кстати, у нас идет зачет по смайлу. Куда-куда? По смайлу. Зачет по американской улыбке. В пятницу? В среду. Боже мой. Сашик, а ну-ка глянь, как мне этот самый смайл. Полный анамнез. Что случилось? Все. Что все? Все. А, бутылку разбили. Пульс. Вот. Дыхание. Отсутствует. Бутылка не шла. Они стали выдавливать ее простынями. Приготовить электрошок. Она не идет. Решили делать кесарево. Давление. 6/9. Он как закричит, не надо меня резать. Бутылка выскочила и об стену. Разрез. Поздно. Мы их потеряли. Вот они. Что ж такое вынесет-то? Мы всегда их теряем, Саша.